На высоте более 2000 метров на верхней станции канатной дороги «Млечный путь» оркестр, альтерсонно собранный из солистов музыкальных коллективов страны в окружении горных ландшафтов Архыза, выступил перед ценителями классики в рамках фестиваля музыки и науки «Другой звук». О концерте на высоте расскажет Дарья Тендит. Высказывания композиторов самых разных эпох, от Людвига ван Бетховена до Петра Ильича Чайковского, посвященные природе и осмыслению мироздания, честный и добрый диалог природы и человека посредством классической музыки. Фестиваль проходит в Архызе уже второй раз, и несмотря на то, что нет специальной сцены, концерт прошел на высоте, отметили артисты оркестра «Альтерсона». Выступления на открытом воздухе, они всегда имеют свои особенности, потому что нету акустики, которая помогает звуку направляться к публике, но это особенное удовольствие играть в таком окружении, такой природы. И, конечно, это невероятное место, невероятной красоты, горы, ландшафты, и всегда очень приятно сюда вернуться. У меня большая радость присутствовать на земле Карачаево-Черкесии, потому что здесь невероятный народ, очень нас тепло и дружно встречают. И, разумеется, для меня большая честь и радость делиться с людьми тем ремеслом, искусством, которому я посвятил большую часть своей жизни. Мало кто ездил на концерт классической музыки на канатке. Это удалось гостям фестиваля музыки и науки «Другой звук». Поднявшись на самую высокую точку, открываются виды, которые захватывают дух, а в сочетании с музыкой происходит переворот сознания, поделились отдыхающие в Архызе. Музыканты замечательные, еще такая атмосфера среди гор, просто до слезы. Честное слово, у меня слезы, особенно в начале, когда играли Дворжика, просто переполняли эмоции. И до сих пор у меня просто какие-то мурашки по телу. Великолепно, великолепно. Здорово, что делают такие концерты. Я очень рада. Впервые в Карачаево-Черкесии выбирала специально Архыз. И именно вот из-за этого концерта. Фестиваль, объединивший молодых музыкантов, ученых из обсерватории любителей горных пейзажей, придумала известная пианистка Анна Цибулева, которая выросла в Нижнем Архызе. Идею поддержали Фонд «Будущее время» и Министерство культуры Карачаево-Черкесии. Организовать фестиваль на горнолыжном курорте не такая простая задача, даже потому, что здесь все-таки нет, например, пока что настоящего концертного зала, каких-то оборудованных площадок для выступления музыкантов. Но мы молодой фестиваль. Сейчас мы сделаем буквально первые шаги, но у нас уже хорошо получается. Концерт в исполнении оркестра «Альтерсона» в окружении горных хребтов и захватывающих дух пейзажей надолго останется в памяти как яркий экспириенс фестиваля музыки и науки «Другой звук». Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Архыз.